На конкурс дети читают стихи. Голубов Григорий, 9 лет, город Чебоксары, пограничник. Пограничник на посту зорко смотрит в темноту. За спиной его страна в мирный сон погружена. На границе ночь тревожна, ночью всякое возможно. Но спокоен часовой, потому что за спиной наша армия стоит. Труд и сон людей хранит. Чем богата и сильна наша мирная страна.